завершился третий турнир Rocket Car 2012 на водоеме Каменка. Я поздравляю всех участников, призеров. Хочу выразить благодарность руководству озера. Все прошло, я считаю, на высоком уровне. Ну, отзывы я услышу и увижу в интернете. Мне показалось, что эта рыбалка была достаточно такая интеллектуальная для многих команд. Для некоторых, конечно, сверхинтеллектуальная, но рыба очень капризная. Рыба действительно очень капризная была. Я перейду к награждению и оглашу для начала список, скажем так, команд.